видеоинструкция по сборке и подготовке к работе сенокосилки. Что мы делаем? Вот так она вынимается с коробки в таком виде, вот две модели стоит. Просто раскладывается руль, зажимаются болты. Вот так вот. Зажали здесь. Обязательно помним, что отдельно бензин, отдельно масло. Впрочем, сюда входит 0,6 литров, но мы проверяем по щупу, когда заливаем. Вот есть щупчик, щуп тут полностью сухой. Значит, что мы делаем? Берем масло, банку 0,6, как раз откручиваем его, прорезаем. И ровно 0,6 заливаем. Можете залить 500, померять уровень, но, в принципе, если сухо, то 0,6. Вот. Льем масло. Масло просто, баночка выливается и вот сюда, где есть желтый щуп. Вот. Залили масло. Масло теперь есть. Закручиваем. Все. Проверьте, но мы и так знаем, что... Это мы вдеваем так, чтобы было. Теперь берем топливо. Это обычный бензин с обычной заправки. Она там супер, ничего такого. Заливаем. Для теста можно там литр залить. Так, бензин есть. Всегда перед запуском проверяем вот этот вот краник. Вот так он закрыт. Вот, перекрыто топливо. Так открыт. Сейчас у нас открытый. Когда техника просто хранится, должен быть закрыт, так открыт. Также потом, если вы работаете в пыльной среде, надо проверять воздушный фильтр. Вот так проверяется. Нажали аккуратненько пальцами сверху, открыли вот тут его, посмотрели, все хорошо. Там, если плохо, поменяли, можно у нас купить. Значит, дальше. Ножи вот эти вот, они ходят свободно. Вот, их надо зажимать, фиксировать. Вот, они расходятся, будут так вот ходить, болтаться. Можно поставить дополнительные ножи. Все, сейчас мы готовы к работе. Запуск. У нас есть специальная ручка. Старт. Это когда мы закрываем воздушную заслонку. Сейчас мы запустим. Рабочее это положение вот здесь, вот, в среднем. Ну, вы будете чувствовать по усилию. Далее, когда для запуска ножей. Надо нажать вот эту ручку и вот так вот медленно, плавно зажать рычаг. Сейчас увидите. Это колеса привода. Нажимаем вот так вот и держим. Машина едет. Отпускаем. Стоит. Можете ее толкать. Все, делаем запуск. Сейчас бензин прокачается. Не забываем до конца. Подходов 90 в пенсии, да. Вот так выключаем. Все, пожалуйста.